Они не забывают о стариках и воспитывают молодежь. Ульяновскому областному совету ветеранов исполнилось 35 лет. В зале Победы краеведческого музея собрались деятели организации. Всех присутствующих поздравил и наградил благодарственными письмами Алексей Русских. Знайте, что в правительстве Ульяновской области и в органах государственной власти ваш голос всегда будет услышан. Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия вам и вашим близким. В Новом Алыклинском районе проживает 6 ветеранов Великой Отечественной войны. По инициативе Анатолия Маркина в муниципалитете создана группа волонтеров и школьников. По словам Анатолия, ребята помогают постоянно и с удовольствием. Ходячих, честно говоря, уже только один у нас ветеран, тот, который может сопровождать остальные, находятся они, значит, в постельном режиме. Их, за ними закреплены, значит, волонтеры с соцзащиты и, значит, школьники со школ. Они периодически посещают их, оказывают помощь, приобретение продуктов питания, наведение порядка. Для пожилых Совет ветеранов организовал курсы компьютерной грамотности. В Ульяновской области также действуют развлекательные программы для бабушек и дедушек, творческие и спортивные. Специально для граждан почтенного возраста работают 240 центров активного долголетия. В них каждый гость может найти друзей и занятия по душе. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Улправда ТВ.